Количество детских групп – 10. Общее количество занимающихся детей – 110. Клуб начал свою деятельность в 2002 году. В 2006 году клуб был приглашен в состав Федерации Айкидо Айкикай Московской области. В данный момент в клубе работает 10 возрастных групп, около 110 занимающихся. Демонстрируются техники защиты от захвата за руки, защита от ножа и меча, сихонаге и котэгаэси.